Уже не в первый раз на сцене Дворца культуры «Губернаторский» собираются самые талантливые юные исполнители. Проект «Сверим наши песни» – новый формат зимнего комплекса мероприятий «Ламы», центральным событием которого является детско-юношеский фестиваль. Нам очень приятно, что в нашем регионе появилась и успешно развивается эта творческая площадка, на которой встречаются искренние, доброжелательные и необыкновенно талантливые люди. Участниками фестиваля «Сверим наши песни» стали около 200 человек из разных субъектов страны. Цель мероприятия – поддержка творчества детей и молодежи и приобщение их к авторской песне. В рамках концерта состоялась церемония награждения авторов и исполнителей. Гран-при получил автор из Уфы Артур Нигматуллин. Сергей Морозов лично поздравил победителя.